Всем привет, друзья, с вами Влад Айпро, и сегодня у нас будет обзор на Читинган 1.0.3, самая первая версия. Давайте ее сразу откроем. Я скачивал в взломку. Давайте, все, вот у нас заставка. Вот, 1.0.3. Легендарный фон у нас такой есть зеленый. И вот, даже название другое. Ростер Руди Файрфайт. Если что, можете скачать в моем телеграм-канале, но пока что, к сожалению, версия 1.0.3 есть только на андроиды и Huawei. Давайте сразу же введем мой ник, Влад Айпро. Так, смотрите, оружие. Итак, вот у нас. Давайте сразу все купим. Вот, я скачиваю взломку. Ганс. Давайте купим сразу все. Делаем обзорчики обязательно на оружие данное. Давайте сразу. Так, в общем. Смотрите, вот у нас пушка, всеми привычная, она у всех есть, кто начинает играть Читинган. Вот такой вот калаш, прикольненький. Это тоже она есть у всех. Еще она снайперская винтовка. Дробаш тоже есть у всех. Пистолетик вот такой вот, он платненький уже. А вот, наверное, самая крутая игрушка, это миниган. Ножик. Дальше что у нас здесь? Обычно вот такой гребешок, шляпка, ковбойская шляпа. Такая вот большой гребешок, ультра большой гребешок. Такая вот шляпа. Вот такая вот военная шапка. Адидасовская вот такая шапка. Вот еще одна шапка. Вот еще такая шапка. Прическа зэка. Дальше что у нас здесь есть? Вот такая вот рыцарская шапка. Дальше шапка такая индейца. Полицейская красная шапка. И полицейская синяя шапка. Можно купить обычные ноги за 0 монет. Можно купить обычные туфли, но они у нас бесплатные. И бархатные тяги. Или же обычные каблуки. Глаза у нас обычные точки, сердитые такие глаза, радостные глаза, удивленные глаза, закрытые глаза, очки, о господи, я отлетел случайно. Вот, клюв, вот такой большой более клюв, обычный клюв, маленький клюв, мы его тоже купим. Вот такой клюв, большой клюв. Вот такой клюв, вот такой и вот такой. Я хочу на самом деле сделать такой скин прикольненький. Думаю, скин у меня прикольный. В общем, все это мне обошлось в где-то 700 или 500 монет практически. На самом деле, это сейчас для Читингана это сейчас можно купить примерно на такую цену снайперскую винтовку. Но это не точно. Подрубаем еще один музончик и идем смотреть, играет ли вообще кто-то сейчас или нет. Заходим на сервера и... Я очень сильно удивлен, но до сих пор кто-то играет. Пока что только один лист и всего лишь 3 катки. А тут футы, наверное, скоро все люди перейдут в Читинган 1.0.3. Так, тут у нас есть 2 кнопки, случайная игра, не создать игру. О, 2 сервера уже. Мало. Так, давайте вот все против всех названия. Тут 2 режима сначала только было. Командный бой и всех против всех. Нажимаем просто рандомно что-то и...
То же самое. Сейчас мы рассмотрим карты. Всего их было 3 карты. А именно. Чала Хаус, Даст, Дангеонс. Что это за карта, я ее не знаю практически. Короче, создаем игру и мы заспаунились. Так, мы заспаунились где-то здесь, рядом с трактором. Вот у нас такая большая кукуруза. Короче, здесь есть 2 пасхалки. Я на ютубе видел. Первая пасхалка — это вот такая вот свинья. Если вы зайдете сейчас в читинган, то у этой свиньи у вас не будет. Реально, этой свинюшки у вас не будет. Не будет просто у вас нагло этой свинюшки. Вот. Она сейчас просто стоит и... Она вроде раньше как еще вертела головой. Это, короче, обычный объект. Он ничего не делает. Вот еще у нас... А и вторая пасхалка, сейчас я вам покажу. Вот эта вот вещь тоже она раньше была, но ее также убрали. Вторая кормилка для животных. Ее вроде как тоже убрали. Прошу заметить, здесь раньше не было шкалы защиты. Здесь раньше было только здоровье. И еще... Здесь есть только чат. То есть нельзя создавать объекты сейчас и делать всякие анимации. Вот единственное, только можно написать что-то и попереписываться можно. Скачать, если вы хотите поиграть в первый читинган, повторяю, то вы можете сделать у меня это в Телеграме. Да, вы можете скачать данную версию читингана на ваш телефон, если хотите. Короче, у меня в Телеграме вы можете скачать данную версию, пока что только для Андроида. Если у вас есть родительский контроль, то вы не сможете его скачать, потому что надо скачивать с файлов, и файлы надо устанавливать повторно. Короче, вы можете не разобраться, но инструкцию и ссылку на скачку оставлю в моем Телеграм-канале. Скачивайте. А мы пока что падаем под карту и выходим из этой карты. Прошу заметить, здесь даже не было раньше режим скрытый, именно режим камеры. Не было раньше такого. Про это хороший принц. Создаем, давайте следующая карта будет Даст. Для тех, кто не знает, вот эта вот карта Даст, это карта из КС-ки. Да, это карта из CSGO. Вот просто создаем рандомный сервер, на всякий случай. И вот ставим одного игрока. Мы опять заспаунили здесь. Вот у нас здесь есть такие боксы. Такая вот поляна. Мусорка грязная очень. Да, вот это реально карта из CSGO. Чуть-чуть не физические боксы. Такая вот коробка с каким-то ядом или что это такое. С какой-то жижей зеленой. Полицейская машина. Брошенная полицейс в радар. Not seen in fallen child. Вот у нас такие кирпичи есть, они говорили не про говно, если что. Тут у нас какие-то футболки. Вешаются всякие тряпки, короче. Так, друзья. Еще мне, кстати, одно нравилось из старого читингана. Сейчас я музыку поставлю на паузу. Это старый звук смерти. По моему мнению, раньше можно просто было сидеть в наушниках под этим звуком и кайфовать 10 часов. Нереально, это для меня только кайф. Ну послушайте этот звук.
моему мнению, это шедевр. Продолжаем музыку. Так. Что у нас здесь есть? Плита вот такая вот. Ай, больно в ноге. Так. Кирпичи опять такие же, если что, я не про говно. А вот туда вот можно смыть эти кирпичи. Короче, друзья, давайте просто найдем джекпад и взлетим, чтобы мы смогли хорошо осмотреть всю карту. И, кстати, здесь сразу со мной гранаты, ты умираешь. Это звук шедевральный. Кстати, еще раньше тут был дым от этого. И разлетался чикен раньше на куски. И еще, кстати, более в следующих версиях там был тот же самый звук, но только там уже петух вместо того, что он разваливался на куски, он вместо этого вообще, то есть, по сути, был таким привидением и взлетал на небеса, типа его убили. Так, давайте посмотрим. Короче, что могу сказать? Обычная карта из CSGO, просто в читингане. Кстати, она сейчас более посветлей в этой версии, а там она была более потемнее как-то. Это мне так кажется. Я не знаю, какие здесь пасхалки, потому что... О, я, кстати, велосипед. В общем, друзья, пишите мне пасхалки, потому что я не знаю больше никаких пасхалок. Наверное, это банка от колы тоже будет пасхалка. Не знаю. Давайте зайдем в main меню и нажмем опять сервер. Короче, как его. И, друзья, если что, мы будем оценивать ее в конце. Вот, во-первых, Дунгеонс. Карта вот эта вот, что это? Короче, эта карта, можно снимать там всякие хорроры, там «Привет, сосед» можно в подвале делать. Короче, опять создаем карту. Говорят, что эта карта ничем не отличается сейчас от нашей, Дунгиенс. Единственное, чем она отличается, так это... Сейчас я вам скажу, чем. В этой карте больше крови. Да, реально. В этой карте намного больше крови. То есть эта карта, по сути, очень жестокая. Вот она где-то во втором, по-моему, уголке была. Короче, в каком-то уголке... Да, вот видите, тут крови очень много разлито. Короче, это самая жестокая карта. Сейчас она абсолютно ничем не отличается. Здесь скелеты лежат. Еще здесь раньше был где-то вон там вот сундук. Там можно было есть камеру. Кстати, сундук какой-то тоже стал другим. И давайте, друзья, вообще посмотрим токсич. И, друзья, на последующих зайдем на единственный сервер, который здесь есть. Даже не открывается у меня. Попробуем нажать на случайную игру, и случайная игра у меня тоже не открывается. А я на самом деле хотел просто посмотреть, токсичные ли игроки здесь или нет. Господи, что это за белая полоса, я не могу понять. Давайте на всякий случай перезайдем и зайдем уже на нормальные карты. Давайте снова зайдем и хотите оценить игру. Никогда, блин. Оценивать, если что, игру мы будем в самом конце. На сервера у меня не получается зайти, ну ладно, тогда не будем говорить про игроков. А сейчас мы поговорим про... Тогда поговорим сейчас. Напоследующих. Про все. Вещи. Что ж, не могу сказать то, что вещей очень много. И даже могу сказать то, что вещей в то время было мало. Шляп, конечно. И сейчас я вам расскажу, сколько всего вещей. Так, оружие всего.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 8 оружий. Шляп 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 шляп всего. 3 обуви. 6 глаз. И также 8 клювов. Надеюсь, вещи я ставлю 7 из 10, потому что их не так много было. Не знаю, почему именно 7, но так надо. Название я считаю... Наверное, я даже раньше не мог никак произнести нормальное название, но название, я думаю... Читингам получше, конечно, название, но Ростер Руди Файр Файт тоже неплохое название. Поставлю 9. Звук смерти. Это просто звук для богов. 1 сексиллион из 10. Я могу даже так поставить, это просто шедевр всего мира. Токсичность игроков я не узнал, поэтому ставлю по токсичности где-то, ну, я так думаю, 0 из 0, потому что я не смог не зайти ни на один сервер и спокойно поиграть я там не мог. Повторяю еще раз, установить вы это можете у меня в телеграм-канале. Итак, карту Чала Хаус ничем не изменять, лишь только то, что там какая-то рядом с тем, с маленькой вот этой хатой, где еще кормилица. Там была еще одна кормилица с водой и еще каким-то кормом, что ли. И там еще была свинья. Ничем не отличается, лишь только тем, что там есть свинья. Поэтому поставлю 9 такой. Карта Даст абсолютно ничем не отличается. Единственное, только посветлее. 11 из 10. Карта прикольная. Дальше. Карта... Как она, кстати, называется, господи? Дундионс. Карта Дундионс я поставлю, пожалуй... Ну, вообще, я не знаю, сколько поставить этой карте, но я думаю, поставить надо где-то... Блин, я сам не знаю, что поставить, но, наверное, поставлю Дундион с карте. Сейчас, друзья, я просто найду песню. Блин, я не... Подождите, друзья, секундочку, пожалуйста. Вот, нормальный музон. Карте Дундионс я поставлю 10 из 10, там много крови, и вообще карта, по моему мнению, для хорроров состоит. Хорроры я, конечно, особо не люблю, но карта прикольная. Надеюсь, вам понравилось это видео, с вами был Влад Айпро, Читинган 1.0.3, подписывайтесь на мои соцсети. Если что, это пока что был YouTube. Я, если что, сделал выводы. И сами делайте выборы, скачивать вам первый читинган или нет. Как я вам сказал, набираем 1000 просмотров. И я выпускаю более следующую версию читингана. С вами был Влад Айпро. Всем пока.